Вот это означает, что надо трудиться над семьей. Женщина трудится до создания семьи, потом отдыхает в семье. Муж потом трудится. Потрудилась, поработала год, семью создала, а потом всю жизнь отдыхай. Муж будет работать. Мужчины не возражают, видите, сидят, улыбаются. Все нормально. Мы как-то ушли от Юпитера, потому что тема сложная. Вот. Перешли на семейные отношения автоматически. Вы что-то задумались, да? Вы не печальтесь, не печальтесь. Хорошо? Все нормально. По Марсу, да? Не надо ни с чем бороться, мои хорошие, не надо ни с чем бороться. Попытайтесь понять одну вещь. Вы хотите с агрессией бороться, зачем? Чтобы сладко жить. А вы сладко жить недостойны. Вы наказаны агрессией, наказаны. Как с ней бороться? Не надо с ней бороться. Надо стремиться к духовному. Понимаете? Вот смотрите, у человека так психика устроена, так карма делает. Он бежит или направо. Когда он направо не бежит, он бежит налево. А надо идти прямо, понимаете? Или мы боремся с агрессией, или мы не боремся с агрессией. А надо идти прямо, надо забыть про агрессию. Вы душа, понимаете, вам не надо об этом думать, надо думать о духовных отношениях. Вот когда вы к святому человеку подходите, вы думаете, агрессивно вы или нет. Об этом вы думаете в это время? Нет, вы думаете о его чистоте. И вот об этом и должен думать человек всю жизнь. О чистоте души, если он увидел душу. А душу можно увидеть только в святом человеке. Когда человек об этом думает, он расцветает. Ему не надо бежать или в стресс, или из стресса, или в раздражительность, или еще куда-нибудь. Ну, то есть не надо, потому что мы этим всем наказаны. Мы не можем наказание снять своими силами. По факту нет никакой работы над собой. Есть только служение в этом мире, только служение святости. Служение дает желание работать над собой. Когда вы чуть-чуть о святом человеке подумали, у вас просыпается желание так жить правильно, как надо. Это приходит от кого-то всегда. Это желание приходит от кого-то. Как бороться с раздражительностью? Служите тому, кто не раздражен, кто умиротворен. Служите просто этому человеку, и у вас пропадет сама раздражительность. Все. Не нужно ни с чем бороться. За что боролся, на то и напоролся, есть такая пословица. Все возвращается назад. Один ученик спросил своего духовного учителя, говорит, у вас есть вожделение? Он говорит, такое же, как у тебя, такое же у меня вожделение. Он говорит, а почему вы монах всю жизнь? Он говорит, а потому что мне некогда думать о вожделении своем. Я постоянно занят служением. У меня много работы, духовной работы много. Поэтому я не думаю о вожделении своем. Оно есть, мне тоже хочется секса так же, как тебе. Но я не думаю об этом. Я думаю о служении, о духовной жизни думаю. Вот об этом человек должен думать всегда. Насколько может. Не все могут быть монахами. Хорошо, пожалуйста, вот тебе семья. Расслабляйся с женой. Это нужно, потому что ты не можешь постоянно как бы быть занят в самосовершенствовании. Тебе нужны... отдых, промежутки отдыха. Хорошо, жена для этого дана, что ты расслаблялся дома, тебе будет хорошо. Но это не главное расслабление дома, это не цель жизни. Это отдых просто, отдых от пути. А путь человека, постижение души идет в служении. Понимаете, в этом вот деятельность. Я желаю всем счастья, желаю всем счастья. Молитва – это жизнь, а все остальное – это не жизнь. Зачем же тогда мы разбираем эти стрессы все по Юпитеру? Для общего образования. Мы изучаем, чтобы каждый знал, вот у меня такой стресс. Это хорошо. Потому что когда человек не знает, он боится этого всего. Когда человек узнает, у меня стресс по Юпитеру. Я не люблю свою страну. Я хожу, все пусто. Не люблю семью, не люблю работу. У кого сейчас такое состояние? Поднимите руку. Вот вы никого сейчас не любите. Замечательно. У вас просто стресс по Юпитеру, и все. Это нормальная ситуация. Ничего страшного в этом нет. Классно это знать. О, видите, она все равно в свою сторону гнет.
Для этого старший нужен. Нет, нельзя уходить с работы. Во время стресса по Юпитеру не надо ничего менять. Когда пройдет стресс, тогда можете уйти. Зажимает со всех сторон. Да, стресс по Юпитеру будет зажимать. Очень тяжело будет, но менять ничего нельзя. Да, стресс по Юпитеру, уходить, желание уходить с работы, это еще цветочки. Вы замужем? Нет. А вот если были замужем, вам хотелось уйти от мужа, стресс по Юпитеру. Потому что он духовно неразвитый, смотрит телевизор, ест мясо. Хочу духовно возвышенного. Вот это стресс по Юпитеру. Мне не нравятся такие греховные люди. Ну, вот сразу возникает вопрос, а кто более греховный? Тот, кто уходит из семьи, или тот, кто остается в семье? Вот как определить, возвышенный человек или нет? Я молюсь, занимаюсь духовной практикой, там много чего делаю в жизни, и ухожу из семьи при этом. А другой человек этого не делает, но остается в семье. А кто вопрос более возвышенный? Тот, кто уходит из семьи, или тот, кто остается? Вот и все, вот и вывод. Значит, нет никакой духовности. Духовность должна быть направлена на то, чтобы сохранять свои обеты, а не разрушать их. Сохранять. Духовность должна быть направлена на то, чтобы сохранить. Поэтому-то и у вас стресс, что вы занимаетесь уже сколько? По-моему, 7 или 8 лет духовной практикой, самосовершенствованием. А толку никакого нет от этой практики. И Господь у вас закрыл краник. Говорит, оп, все, счастья не будет, пока не научится правильно заниматься. Вот для этого стресс по Юпитеру нужен. Чтобы научиться самое сердце открывать, чтобы научиться правильно молиться, чтобы чистота была внутри во время этой молитвы и способность терпеть ситуацию жизненную свою. Куда нам уходить с корабля? Мы все на этом корабле плывем, своего тела. У него есть карма. Что? В Индию хочется, в Индию. Чунга-чанга, синий небосвод. Чунга-чанга, весело живет. Чунга-чанга, лето круглый год, чунга-чанга, мы не знаем бед. Ла-л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 а. Чудо-остров Чунга-чанга, наше счастье, ешь бананы, ешь кокосы, там чунга-чанга. Молодец. Честно сказала просто. Хочу в Индию. Я вот не хочу в Индию. Потому что я когда туда приеду, мне надо 8 часов в день молиться. У меня такие правила. И у меня сразу вот эти все кокосы, бананы заканчиваются. Так как надо молиться, я думаю, хочу я или нет. Нет, я хочу делать то, что положено просто и все. Потому что в Индии положено, если ты считаешь это святым местом туда поехала, надо там молиться, а не чунга-чанга, понимаете? Почему вас туда тянет? Ну что? Ну так надо, значит, молиться в Москве, если так тяжелее. В этом смысл жизни. Вот смысл жизни в чем заключается? В том, чтобы молиться тяжело, а не легко. Легко, значит, сама среда за тебя молится. Я знаю тех, кто остаются в Индии, я видел этих людей, в святых местах имеется в виду. Им ничего не надо, понимаете, от жизни, ничего не надо. Они довольствуются очень малым, живут очень просто, постоянно молятся. Им тяжело там жить так же, как здесь. Просто человек, когда приезжает по-настоящему серьезно в святое место, он там не наслаждается, понимаете. Он не ищет, где легче молиться, он там просто трудится для Бога. Тяжело трудится для Бога каждый день. Я так хочу, да? Ну, пожалуйста, попробуйте. Я тоже попробовал в свое время. Мне не получилось. Понимаете, это не просто, как вам кажется. Не просто. Я видел тех людей, которые способны так жить. Это очень возвышенные люди. Очень возвышенные. Вам хочется наслаждаться жизнью сейчас? Нет, Олег Иванович, нет. Ну, хорошо. Вам придется тогда это самой понять со временем. Если вы не хотите от старшего это принять. Придется самой понять. Когда человек говорит, я хочу, это неправильный способ жить вообще. Надо подойти к старшему и спросить, что мне надо делать. Старший говорит,
Надо выйти замуж сначала. Женщина, когда одна, она не может нормально существовать, она очень независима, сбалована в своих желаниях. Когда замуж вышла, ребенок родился, уже никуда не побежишь. Надо заботиться о ребенке. Все. Судьба дала награду, съездила в святое место. Но как ты к этому святому месту уже относишься? Очень трепетно в этом случае, потому что это очень редкий случай. А когда одна, куда хочу, туда еду, это означает просто удовлетворение чувств. Не означает очень возвышенной, отреченной жизни, как некоторые женщины думают. Они бросают все и едут там в святое место какое-то, слоняются по нему, думают, что они тут типа очень возвышенно, отреченно живут. Возвышенно отреченная жизнь для женщины — выйти замуж, рожать детей, заботиться обо всех и иногда ездить в святое место. Вот это правильная жизнь, которая меняет человека. Она тяжелая, но она правильная, нужная. Я ответил на ваш вопрос? Вам стало тяжелее, да, как-то? Это хорошо. Значит, что вы задумались. В Ведах говорится, духовный учитель, наставник, его называют гуру. Гуру означает тяжелый. Это тот, кто сначала дает горький вкус, потом сладкий. Стал тяжелым, попереваривал, потом легче жить стал, потому что начал жить правильно после этого. Итак, Юпитер серьезная планета, серьезные задачи ставит. Сильно, понимаете, допустим, стресс по Солнцу, он тоже ставит свои тяжелые задачи, но по факту Юпитер более серьезный стресс. Почему более серьезный? Потому что внешне нет таких проблем. Понимаете, то есть по Солнцу все рушится вокруг. Человек понимает, что так нельзя жить. Он всех обругал, ушел с работы и все прочее. Понимаете, так нельзя жить. Человек чувствует, когда стресс по Солнцу. По Марсу тоже там всех ненавижу, убил бы там и все прочее. Тоже чувствуешь, что так не надо жить. А вот по Юпитеру очень трудно. Вот мы сейчас не зря с девушкой поговорили. Почему? Потому что стресс по Юпитеру означает что? Означает все классно, все классно. И четкое понимание, что делать. Все побросать и уехать там, где чунга-чанга. Там, где хорошо, там, где можно молиться целый день. И как бы никаких проблем нет. Это означает стресс по Юпитеру. Он срывает крышу. И поэтому, когда у человека стресс по Юпитеру, нужен старший в этом случае, который скажет: оставайся там, где находишься, никуда не дергайся. Осознай смысл жизни человеческой, потом можешь что-то поменять, если захочешь. Понятно, да? Потому что когда у человека стресс по Юпитеру, он ничего не соображает. Он все бросает, остается вообще без всего, еще хуже потом становится. Еще хуже. Совсем один. Потом совсем один уже. На работе хоть когда можно говорить с кем-то. А без работы и без мужа совсем один. Понимаете? Так получиться может в жизни. Поняли, да? Стресс по Юпитеру характеризуется серьезными заболеваниями также. Это заболевание, это нарушение иммунитета, аутоиммунные заболевания, всякие красные волчанки, рассеянные склерозы, миопатии, тяжелейшие заболевания. Если человек вовремя как бы не опомнится, что ему надо углублять свою цель в жизни, к высшему чему-то светлому идти, то стресс по Юпитеру начнет калечить здоровье. Потому что Юпитер отвечает за иммунитет человека. Это уже проблема. Это уже становится серьезной проблемой. Туберкулез можно получить. Допустим, человек живет в царской России, да? Ему не нравится, что надо тяжело работать, да? Он получает туберкулез, умирает от туберкулеза. Почему? Потому что он не принимает ту жизнь, которая ему положена. Все. Иногда бывает легкая жизнь, вот у нас легкая жизнь с вами. Мы не знаем, что бывает война, бывает тюрьма, много чего не знаем. А человеческая жизнь всякая бывает. Бывает очень тяжелая, бывает очень легкая, всякое бывает. И человек должен все это принимать как, ну, с благодарностью, чтобы вот Бог как бы дал то, что мне положено. Я живу так, как положено. Все. Стресс по Юпитеру. А все стрессы могут длиться от одного года и до конца жизни. В зависимости от того, когда ты захочешь из него выйти. Когда ты захочешь понять, что жизнь — это не детская игра.
оставь свои заботы, падения и взлеты. Пойми, что эта жизнь не детская игра. А если с другом худо, не уповай на чудо, спеши к нему, всегда иди дорогою добра. Человек должен идти дорогу добра, понимаете, не должен там бегать туда-сюда, там деньги зарабатывать. Это не жизнь, это нужно тоже все, но это не жизнь. Это подготовка к жизни. А жизнь — это деятельность души, понимаете, деятельность души. В этом заключается жизнь. Деятельность души означает служение. Служение святому человеку, служение людям, забота обо всех. Выполнение своих обязанностей — это тоже жизнь. Держаться, быть с мужем, который гулящий — это жизнь. Почему вот я с ним живу? Потому что у меня низкий уровень сознания. Мне надо развить свое сознание. У него будет два варианта. Или он совесть его замучает, или он перестанет гулять. Два варианта, все. Потому что ты повысил духовный уровень в семье, это другая энергетика, там невозможно жить как раньше, все. Другая жизнь наступает совсем. Стресс, связанный с негативным влиянием Меркурия. Уже пошло.